Привет, YouTube! Привет всем! Сегодня я решил приобрести себе такую вот подставочку для съемки. Туда можно поставить телефон. Пришло из Китая в течение примерно недели. И сейчас мы попробуем это вместе распечатать и понять, насколько интересная вещь. Тут есть встроенный микрофон, тут должен быть фонарик с двумя, по-моему, фильтрами, один желтый, один белый. Ручка, вот наш фонарик, вот подставка, запаковано все, как всегда, неплохо, окей. Это у нас микрофон. Окей, разъем на микрофон и наушники, чехольчик бархатный, класс, ну и сам микрофончик. Выглядит четко. Все, по идее, должно прикручиваться и регулироваться. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Кучу каких-то штучек, которые я пока не знаю, куда они идут. Окей, отложим это в сторону, это интересно. Так, сама рукоятка. Выглядит это примерно вот так вот, чтобы можно было установить микрофон, телефон и снимать это более нормально, не ища никаких подставок. Стоило мне это все примерно 60 баксов. Окей. Выглядит это примерно как-то вот так. И значит, мы теперь можем взять и поставить микрофон. Как-то примерно вот так вот. И затянуть. И можно сказать, что это у нас уже подключено. Эта часть тоже немного регулируется, судя по всему. Так, это раз. Теперь самая интересная подставка. Это у нас держатель самого телефона, который должен подходить до довольно больших размеров. Вот это вот, наверное, ближе к его максимуму. Подпружиненная штучка. И как-то вот так. По высоте хватит даже на 7-й в очень толстом чехле. Теперь это надо еще все прикрутить. И тут у нас должен быть фонарик. Вот фонарик. У него есть белый фильтр и желтый фильтр, который можно поменять. 4 батарейки, которые сюда должны вставиться. Сейчас у меня батареек нет, поэтому показать будет немного сложно. Можно поставить желтый фильтр. Ой, он даже магнитный. Вообще прелесть. На магнитиках все. Вот так вот. И есть уровень яркости. И судя по USB, наверное, его еще можно и заряжать, если вы поставите сюда аккумуляторы.
Окей. Окей. Выглядит все приятно. Потом, когда все это соберу, попробуем снять вместе с этой установкой. Буду надеяться, что это было кому-то интересно. Поставлю телефон, потом сниму это. Хорошего дня, ребят!